Здравствуйте, меня зовут Королева Серафима, я педагог-организатор в школе 55. В 11 классе я пошла на курсы вожатого, чтобы попробовать себя в этой роли. Поработав в лагере, я поняла, что хочу заниматься детьми, это то, что мне нравится, их горящие глаза. Я хочу с этим связать свою жизнь. Мининский университет — это лучший выбор для педагогической профессии в нашем городе и, наверное, даже в регионе. Поэтому я выбрала этот университет и нашла себя в том числе в студенческих отрядах. Я являюсь бойцом студенческого педагогического отряда «Тепло» Мининского университета, который подарил мне огромное количество людей, заставил поверить в себя, в то, что я действительно могу, умею и хочу работать с детьми. В Мининском очень активная студенческая жизнь. Это и студенческие отряды, есть как педагогические, так и проводниковые направления. Помимо работы педагогом-организатором, я также являюсь классным руководителем 5 класса. О том, что я буду классным руководителем, я узнала уже поздно вечером 31 августа. Это для меня стало неожиданно, но очень приятно было видеть эти горящие детские глаза 1 сентября, когда они видят нового человека, нового педагога, и очень важно, как они воспримут именно в первый раз. У меня все получилось более чем удачно. Мы с детьми нашли общий язык просто с первой минуты, и сейчас это мои любимые дети, ради которых стоит приходить просто каждый день с утра раньше уроков, чтобы их встретить, подготовить для них самые интересные задания и просто их всех обнять перед уроком, потому что это тоже мне даст заряд на день. Сейчас я обучаюсь на 3-м курсе направления биологии и химии. Очень рада, что уже сейчас являюсь студенткой. Я могу получать опыт и практику в работе с детьми, работая в школе. В будущем, помимо работы педагогом-организатором, я также хотела бы попробовать себя в роли педагога по своей специальности и уже вести биологию, химию и именно по этой специальности писать с ребятами научные, исследовательские работы, открывать им мир этих замечательных предметов.